да, я буду рушать, я буду рушать за яблоко. А я говорю, почему? Потому что и там уже сам. Давай, все, пошла. Давай. Вы есть на облако? Да. А за кого будет голос? За яблоко. Почему? Нравятся яблоки. Все, я уже выяснил. Давай быстрее. Найдемся во мнениях, и вы пойдете голосовать на улицу. Да нет, это быстренько. Давай быстрее, блин. Давай. Время занято. Так, начинаем. Вы идите голосовать? Конечно. Ну, я тоже буду. За яблоко. Настолько лучше не было. Давай, кстати, я оттуда, блин. Второй степенный. Да что ты, я за второй не стоит. Включаться, кроме того, не плохо было. Ну, это наша уже идея. Так, я все плохо. Замечательно. Итак, начинаем. А что говорить надо? Сейчас импровизируй. Ты будешь вам? Нет, он сначала задает вопрос, а потом отвечать. Ебать меня политиком. Сейчас. Иди отсюда. Саня, уйди отсюда. Все, тишина в зале. Пофотографируй. За фотографию. Так, давай еще. А бандиты. Режиссер, да? Давай. Здравствуйте. Здравствуйте, я сказал. За кого вы слушаете? За валютно-революционный пункт. Так. Какие варианты есть, да? За справедливую Россию. Это что, да, еще? Вот, ну скажи за яблоко. Давай, скажи дубль. Скажи дубль. Так, дубль, кадр 6, дубль 760. Давайте, поехали. Вы будете? Да. За кого? За яблоко. А почему? По причину. Вообще молодца. Почему? Погоди. А может быть вы скажете? Я за яблоко не голосую. Да мы тоже не голосуем. Ты готов? Да, ты куда понял? Ты знаешь, что говорить? Я? А что говорить? Ну ты знаешь, что говорить? Давай, не знаю. Иди космонавтом. Валентин, ну ты готов или нет? Ничего, попробуй. Так, давай, ты жвак. О, лицо видно, ага. Все, готов? Поехали. Короче, я тебе задаю вопрос, ты говоришь, потому что, после второго вопроса, и говоришь, в конце я голосую за яблоко. Куда я? В себя дорожу. Ни хера себе, я рекорды бью. Ну что, поехали? Да, не возьмем 500 грамм. Голод не уже 500 я беру! 3. Вы будете голосовать? Да. А за кого? За яблоко. А почему? Потому что мне нравится их политическое направление. Значит, на яблоко этих выборах вы будете голосовать за яблоко? Да, именно за яблоко. Я голосую за яблоко. А там я думаю, на ремешке уже. А продолжение кого что-то? Какие вопросы? Кто будет говорить? Ты говоришь, я голосую. Не я. Нет, лучше спросить, ты голосуешь за? Во-во, во, это красиво. А вот ты должен. Ниже. Избран. Вот так, да. Да. Чуть левее. Сейчас 5 часов на ногах. Сейчас. Что уже снимать? 27, дубль 63. Поехали. Вы будете голосовать? Да, я буду голосовать. А за кого вы будете голосовать? За яблоко. А почему? Потому что я голосую за яблоко. Спасибо. Все. Я голосую за яблоко. Мать ва. Ну ты сам-то рад? Yes, of course. Отлично.